Приветствую вас, Аля. Аля, это Алина, я так думаю, да, наверное? Или Аля, или Алевтина. Алевтина, да, Алевтина. Приветствую вас, Алевтина. Смотрите, какая штука. В первую очередь хочется заметить, что вы не задаете свой вопрос. От слова совсем. То есть, чего вы хотите, вы не пишете от психолога. Да, вы рассказали свою проблему. Это понятно. Ситуация, которую вы описали, она, безусловно, неприятна. Это понятно тоже. Но, чего вы хотите от психолога? Собственно говоря, что вам нужно от психолога, какой помощи вы хотите от психолога? На мой взгляд, это не ясно и не раскрывается никак. Вот. А без этого момента, мы вам помочь не сможем. Ну, просто потому, что не совсем ясен ваш вопрос, не совсем ясно, что именно вы хотите решить с нашей помощью, грубо говоря. Вот. Далее, точка конфликта, которую вы озвучиваете, вот именно такая конфликтная ситуация заключается в том, ну вот именно сейчас, что вы не знаете, что делать. Вот. И у меня к вам вопрос, да, опять же, что делать, чтобы что? То есть вы хотите что-то делать, да, вы хотите что-то делать, чтобы что делать хотите? То есть какова цель ваша? Вот. Мне кажется, это очень важный момент. Мне так думается. Вот. То есть определитесь с целью, определитесь с тем, чего вы хотите. Вот. И, на мой взгляд, ситуация будет куда более для вас понятнее. Что я вижу? Вот что я вижу, да, по сути, что я вижу. По сути, я вижу, что вы, судя по всему, ну, не очень уверены в себе. И вы ревнуете. Правда, не совсем, на мой взгляд, понятно, кому вы ревнуете или к чему вы ревнуете. То есть получается, что вы ревнуете к сестре. Получается. Но почему вы ревнуете к сестре? Вы говорите, что вы не на первом месте для своего мужчины. А вы хотите, чтобы вы были на первом месте? То есть, откуда проистекает это желание быть на первом месте? Почему вы, условно говоря, решаете за него, да, вот, ну, как ему поступать в этой ситуации? То есть вы
решается за него, что вот он должен был поступить там по-другому, да, он должен был сделать так, как хочется вам, грубо говоря, а не так, как хочется. И это вопрос, опять же, то есть почему вы, условно говоря, стараетесь навязать человеку вот свою позицию, да, свою точку зрения. Вот. Почему? То есть есть такое подозрение, что вы вот не уверены в себе, и есть у вас некая такая вот проблема с самореализацией, ну, возможно. Вот. Потому что слишком болезненно вы реагируете на то, что делает мужчина. Слишком болезненно это для вас. И мне кажется, что подобная болезненность, да, она, ну, ни к чему хорошему ваши отношения не приведет. Вот. В целом. Дальше, значит, так. Мы договаривались поехать вместе на праздник, но не получилось, я заболел, поехал до один. Как вы это восприняли? Она предложила ему поехать в Киев, сейчас для меня очень неприятно. Почему? Я понимаю, что поехать домой он вынесет, но Киев трое мог бы подождать. Вот почему вы почему вы решаете как бы за него этот вопрос? То есть, ну вот, вы говорите по сути, да, что Киев мог бы подождать, ну вот, почему вы решаете за него? Для этого что-то взяли и решили. Потому что мне сейчас плохо, а позже могли поехать вместе. То есть это у вас вот такая позиция, что мне сейчас плохо, и поэтому ты должен быть со мной. Ну, получается так. Вот, это, я бы сказал, позиция эгоистичная в плохом смысле слова, потому что она, эта позиция демонстрирует то, что вы думаете о себе, но не думаете о мужчине. Не думаете о нем, не думаете о том, чего хочется ему, и, и так далее, Вот. То есть тут вот такой момент в целом. Тут такой момент. И мне кажется, что за этим желанием вашим, за этим вашим желанием, ну, скрывается, вероятно, просто определенный страх. Вы боитесь там, что мужчина вас бросит, вы боитесь, что без вас ему будет лучше, он не захочет с вами быть в отношениях, либо есть что-то еще. Например, то, что вы воспринимаете это на свой счет, к примеру. Вы воспринимаете вот как, ну, по сути, как личное оскорбление воспринимаете. То, что человек вот решил, ну, без вас ехать, как бы. Хотя формально, да, он, ну, находится в своем праве, это, вас это, ну, никак не задевает, ну, не может вас это как никак задевать.
Вот. Но он одевает. И вот этот момент очень важен, на мой взгляд. То есть очень важно понять, почему вас это задевает. Чем вас это задевает. Вот. И дальше уже исходить из этого. Разобравшись со своими, может быть, страхами, может быть, потребностями, вот, может быть, желаниями, вот, так, чтобы на мужчину, к примеру, на мужчину, ну, это не оказывало такого существенного влияния. Я не знаю, что мне делать, очень разочарованно в нем люблю, но не знаю, как настроить отношения. Что делать, чтобы что, этот вопрос я вам уже задал. Теперь я думаю, что важный момент это посмотреть на источник вашего разочарования в мужчине, потому что разочарование это определенного рода ожидания, то есть вы чего-то от человека ждали, и вот в том, чтобы как раз таки понять, да, чего вы от него ждали, чего вы от него хотели, вот, и насколько ваши ожидания были адекватны, вот, насколько вы отвечали за свои желания, насколько вы адекватно воспринимали свои ожидания. Вот. Потому что тут ситуация такая, что мужчина, да, он оказался совершенно не тем, кем вы его представляли, это правда. Вот. Это правда, это верно. Но вопрос в том, а принимаете ли вы его так? То есть, понимаете, вот вся тонкость заключается именно в этом. Если вы принимаете его с такими приоритетами, если вы готовы принять его с такими приоритетами, то я полагаю, что ваши отношения вполне будут развиваться дальше. Я не вижу никаких препятствий для того, чтобы вы были в отношении дальше. Вот, вам нужно только в большей мере отвечать за себя и за свои действия. Ну, за свои действия, за свои решения. Вот, за свои желания тоже. Потому что сейчас вы оставили свои желания в зависимости от молодого человека. И по факту, да, вы предъявляете ему за то, что он их не оправдал. Вот, ваши ожидания. Но он на самом деле и не должен был этого делать. Знаете, он не должен был оправдывать ваши ожидания. У него есть свои приоритеты, свои задачи. Вот. И вот тут вот есть что-то, что
движет вас по вот этому вот пути экспансии, по пути контроля, по пути указывания мужчине, что ему делать, ну, вот, и прочее, прочее, прочее. И с этим нужно работать вам, если вы хотите выстраивать отношения все-таки адекватно. Вот. Ну, я имею в виду своим человеком, своим мужчиной. Вот, в противном случае ваши отношения распадутся, потому что мужчина будет чувствовать от вас давление, и ему будет это неприятно. Вот, любое давление, но всегда вызывает желание отстраниться, оно всегда вызывает желание как-то вот защищаться. Вот. Ну и, соответственно, это не пойдет на пользу вашим отношениям. А, ответьте себе честно, что именно задело вас в эту ситуацию. Постарайтесь себе честно ответить, что задело вас в этой ситуации, что именно вас задело, что вас напрягло. И возьмите на себя ответственность за вот то, что вы чувствуете. И я думаю, что тогда ваша ситуация будет улучшаться. Ваша ситуация взаимодействия с, ну, с мужчиной будет лучше, гораздо лучше будет. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас и вашего молодого человека.